Всем привет! На следующей неделе весь честной народ собирается праздновать Масленицу и печь вкусные блины. Ну а мы для вас приготовили новый выпуск газеты «Одинцовская неделя». И, кстати, рецепты блинов тут тоже есть. Но обо всем по порядку. На первой полосе номера посещение губернатором жилого комплекса «Гусарская баллада». Вместе с жителями Андрей Воробьев принял решение, где лучше всего построить новую поликлинику. Подробнее об этом событии, а также о другой социальной инфраструктуре микрорайона вы сможете прочитать на странице 3. Медицинская помощь станет доступнее для миллионов россиян. Об открытии новых объектов здравоохранения вы сможете прочитать на второй странице. Здоровье детей будут тестировать в школах. Молодых ученых поощрят премиями губернатора, а администраторов в поликлинику учат бесконфликтному общению. Об этих и других новостях Подмосковья читайте на страницах 4 и 5. Интернациональную улицу в Одинцово ждет масштабное благоустройство, а во дворах появятся новые игровые комплексы. О чем еще говорили на еженедельной планерке главы округа, узнаете на страницах 6 и 7. Звенигород ждут перемены. После встречи с инициативными жителями Андрей Иванов принял важные решения по благоустройству города. Подробнее о них на страницах 8 и 9. С 20 февраля начинается Масленичная неделя. Народные обычаи, связанные с ней, очень мудрые и направлены на сплочение семьи. На страницах 10 и 11 мы подготовили для вас самые важные традиции русской масленицы, а также рецепты вкусных блинов. На страницах 12 и 13 публикуем для вас адреса всех стоек, на которых можно найти «Одинцовскую неделю». Репортаж с фестиваля народного творчества «Валенок и лапоть» вы найдете на странице 14. А на странице 15 интервью с новым героем подкаста «Сами мы не местные» Андреем Лобачевским. На странице 16 рубрика «В диалоге», а вопрос этой недели – «Побег тюремных заключенных в Турции». На странице 17 читайте мысли вслух от нашего постоянного автора. На этой неделе не обошлось и без происшествий. Ознакомиться с ними вы можете на странице 18 в рубрике «Закон и порядок». На странице 19 вас ждут актуальные вакансии. А далее телепрограмма. Не забывайте смотреть на ОТВ про утро, свежий выпуск новостей в 20:00 и подкаст «Сами мы не местные» по пятницам. Также решайте сканворд, а если не знаете, как провести выходные, изучайте афишу. Читайте каждую неделю и ищите нашу газету на фирменных стойках, а электронную версию – на сайте.